не дашь. Спромт. Твои брови сомкнулись досадами. Я тебе... Ты снимай его. Я уже успела тяпнуть за лицо. Меня? Меня. А, я думала, меня, ага, вижу. Сняли твою осу. Фотка. Ничего себе, да-да-да. Да это не фотка, это на камеру снимается. Ну, эту партию-то делаем, потом еще. Чур, беседы ведут рыбаки. Хорохорясь, кого? Когда чпокали, чу, веганы, мангал, шашлыки, на костре маринованы брокколи, оживает шершавый. А ты тоже куриный? Шардан. Вы так-то говорили сразу, что все куриные делаете, да? Ну, в принципе, меня попросили замариновать. Первый... То есть ты целую курицу покупал, а потом нет, на курицу? Нет, я специально купил уже разделенную на части. А то в тот раз оказалось, что я купил не разделенную курицу, я еще что ее и разделяю неправильно. Я лучше купил крылья. Ну да. Мне крылья отец научил делать куриные. Это крылья? Да, крылышки. Не, у меня штук 10 крылышек. Так там на крылышек есть штук ничего. Штук 10 крылышек и остальные ну, что, эти, ноги. Что, снимаешь? Сейчас, да, снимаю. Всех снимаю. А то, что крылышки наиболее экологически чистые. Кучек. Это что, твоя? Тоже на стишок обычно. У меня все на комплекте. Стишок девчонки живые.